В Национальной библиотеке открылась выставка под названием «Чудо яблока». На ней любители фрукта могут узнать о различных его сортах, способах выращивания, а также проконсультироваться со специалистом по любым вопросам из области садоводства. На выставке побывала наша съемочная группа и узнала много интересного. Подробнее в следующем сюжете. Представители Союза садоводов и огородников Чувашии решили организовать выставку самого любимого и распространенного фрукта в России. Тема актуальная. В связи с санкциями и эмбарго с прилавков исчезают различные сорта яблок. Но российские садоводы ничуть не обеспокоены. По их словам, нужно всего лишь чуть-чуть терпения и любви, и никакие продовольственные коллизии не страшны. Если кто-то посмотрел хорошо нашу выставку, вот у Николая Порфирьевича Иванова есть богатырь сорт, значит, весом 670 грамм каждое яблоко. Это не чудо разве? Это основное чудо нашей Чувашской республики. И самое главное, оно хранится целый год. Не менее интересен сорт, который вывел учитель труда одной из школ Маргаушского района. Он сумел привить на грушу яблоко. И теперь в один год дерево дает плоды яблока, а на следующий год груши. Словом, если нужны консультации или помощь, обращайтесь к нашим садоводам. И тогда у вас яблоку негде будет упасть. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.